Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с творчеством ансамбля русских народных инструментов «Лель». Руководитель, заслуженный артист России Виктор Иванович Егоров. Артисты ансамбля «Лель» с чувством большой любви к ветеранам дарят сегодня попурри на тему военных песен «Ура! Победа!». Автор этой композиции Борис Аром, заслуженный артист Российской Федерации, профессор. Слушаем все вместе и узнаем известные мелодии фронтовых лет.